беспокойство, сенатор. Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи. Пока еще можно все исправить без лишнего шума, но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался, гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. Набить себе брюхо? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технологи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру-телепату. Феттл был одним из таких командиров. Но это же несерьезно. Нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с 1000 суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттла. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттл не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Как мы его найдем? В Армахеме ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? У него фантастическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Не бойся, все будет хорошо. За дело. Каковы твои первые воспоминания? Куда вы его дели? Ты станешь богом. Феттл в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский, готов? Жду сигнала. Окей, начали. Парень, где тебя носило? Ищи обходной путь. Погоди. Идем. Готов? Вперед! Родился здесь, в этом месте. Я был.
Быстрее сюда! Уже иду. Похоже, мы опоздали. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом. Он должен быть где-то здесь. Я подожду, Джин. Ты иди на разведку. Звали Чарльз Хабегер, я его помню, но моя ли это память или ее, это не имеет значения. Он заслужил смерти, они все заслужили смерти. Ответьте, прием. Что происходит? Я потерял сигнал от Феттела. Котяра, это мама кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте. Ждем. Так быстро? Нашел чего? Вы там как, готовы? У нас тут начинается самое интересное. Идите без меня, я немного задержусь. Пиши! Ну давай, тушься! Я хотел забыть. Я так старался забыть. Это ребята из ФЕР. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача выяснить природу угрозы, наша прикрытием спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Окей, по коням. Нашел, как открыть ворота? Быстрее, у нас мало времени.
Отлично, возвращайся. Отряд отходит. Прикрытие!
Стойте! Доложите обстановку! Нужна помощь! Срочно! Еще рванет! Вижу цель!